пацаны, с вами Алиберти, 123. И мы сегодня будем играть в Territorial.io. Заходим в мультиплеер. И сразу встречает вот эту пусть. Не, лучше вот эта карточка. Все. Что-то это хочется Европа. Будем разносить всех, наверное. Ну, если это у нас получится, мы будем разносить всех. А так, давайте сейчас. О, мы... А, Скандинавия? Скандинавия состранились, где... А, Финляндия, да. Это Финляндия? Ой, я уже достаточно большим стал. Ща, попробую этого бота. Уничтожит. О, сразу пошло. Что ты тут захватил? Пакт. А, не. А, как бы, а, не нападением? Ну, давай. Ах ты, ах ты, ах ты. А я сейчас его захвачу. И? Ну давай, давай, давай. Не хочешь? Все. Чисто страновую, просто она разделена. И все. Одна страна была капитулирована. А чё, Всё, думаю, одну. Я все его искали, все тут. Да не, даже все его искали невозможно. А лучше выйду. If you used investing.com app to invest in Amazon 3 years ago, для вас это было секунда, для меня целых 5 минут. Мне похуй. Короче. Опа, американо. Америка. Сейчас будем там играть, разносить планету на раз, два, три, четыре, пять. Жаль то, что не вот это. Не Map World, точнее, карта мира. Хотелось бы карты мира, конечно. Сейчас мы зайдем. Тут 167. Опа! Сейчас. Тут рядом Азовстал. Украина чисто Азовсталь. Азовсталь, Украина, Азовсталь. Я уже на 4-м месте по территории. По-моему, нужно еще больше ставку поставить. Я уже держусь в топе, пацаны, видите? Я держусь в топе. О! Чисто как земля проткнулась. И минус. Минус. Потом здесь минус. И минус. Ой, я почти на 50-м месте. Сейчас я хочу.
Это чисто как флагерь, вот это как катки гири. Окей, делаем. Это еще на время. У меня уже много населения. Я могу ее вот Галила. Галилу захватить. Я уже ее могу. То есть мне. Конечно. Может быть, попробуйте это вот захватить. Все, пошло. И все. Нахуя себе? Бля, ты что, дурак? Понимаешь ты, кому нападаешь? О! Да помогите! Нет, Калила! Вот нужно было ее уничтожить. А я что, остался жив? О, повезло! Я египтянин, вот это. Все, кину. Тут место я. Нет. Так, я лучше выйду. Я лучше выйду реально. А не, бля. Так, может взять и на второй лобби. Что-то там, наверное, тут есть. Ну и понятно, нет. Лучше на это зайду. И не на пидипа, пидипирипа, пидипирипа. Давай. Давай, го, я буду в Баку. Я буду Азербайджан. Я Азербайджан, Азербайджан. О, я против Герман Империи. Раз, да, пошло. Сразу. Я Баку. Баку над мамой. Я в Баку. Баку над мамой. Давливаем других. Пускай империя опережает. Все.
Все, захватываем. Реально Азербайджана чисто. Ты чувствовал, когда ты делал будто как Азербайджан, то только который Россия, только Россия. Блин, у меня уже опередило 10 тысяч. Короче, судим все строго мы. Ну окей, будем атаковать тогда строго. 44 тысячи мы лучше сюда кинем, чтобы быстрый захват. Во, я тупо развиваюсь. Герман Импери, вот он. То есть мы попали на отдельную арену, и тут как бы уже баты. И у кого будет за минуту, пока... Пока не закончится таймер, то есть пока не будет ровно 5 минут, кого будет больше территории, тот и выиграет. У него 100 тысяч квадратных километров, а у меня 47. Да за это уже можно там 200 тысяч поставить, наверное. Не, я крупнее поставлю ставочку. А вот теперь пошло-то. Я не хочу приближаться. Не боюсь. Они, мы уже соединились. Ой. Только мы остались вдвоём. Этот бот еще и все. Ну, пока что наберем. Сейчас, короче, мы дали фору. То есть мы сейчас набираем войска. Пока. Шесть миллионов. Вот. Козёлка. А бля, я нажал на капитуляцию. Война. Короче, выедем. А, не, я лучше на Европу. Я должен быть сам. Мне, если там не дадут самому выбрать, где мне заспаниться, то у меня есть самое лучшее место в мире. Опа, давай. О, я закрою вот это местечко. И как бы так стану большим. Снова мы с... А чё тут Германская империя делает? Не понял.
Он чё? А, мы же в одинаковом лобби играем. Вот. О, Херсон. Давайте заберем. И вот эту часть. Вот хочется. Ну, с меня. Тупо я уже такой огромный за несколько. Что я сразу то, что азербайджанец. Азербайджанец. Так, мы уже нормально так территорию захватили в мире. Это какая-то их комиссариат Украины получился. Он что, на меня что-то нападало, или мне показалось? Короче, развиваемся. Сейчас, пацаны, тут какой-то звонок. Сейчас. Подождите-ка. Я вот вернулся. Как вы? Тут они воюют. Я хочу немножечко. Ставочку. Вот уже. Ты что делаешь? Я случайно. Да? Я случайно, пацан. Ушава? Вай. О, вах, тебя душишь. Ах, ты крыса, да? И давай. О, самозащита. Все, Германка разделяет меня. Это как Вторая мировая война, вот это. Советский Союз разделяет Польшу. О, будет. Ой. Конечно же, выбираем Баку. Чинский дёрогой. Не, я лучше отсюда начнём, ведь потому что я там так продвинулся. И тут как... Всё, пошло. Такое я сразу имею проход. Смотрим. Да,
можно. Я за крышей радио. Все. Я на седьмом месте. Иди я все душа. Я держусь на восьмом месте. Ты спасито, сито, чёрт поросито, ам, такито, такито. Нарисандарика, ты кортес, нарисандарика, ты кортес, такито, такито, нарисито, нарисито, такито, кортес, нарисандарика, ты кортес. Давайте еще вот это проиграем. А, вот это. И все, мы будем заканчивать, конечно же, ролик. Давай! Я Вука, Довик. В принципе, это пожилостые. Давай! Пока-пока-пока! Ай-я-су! Ай-я-ру! Короче, не получилось у нас заснять стрим. Я... как на канале. Если что, не бойтесь. Мы как-то... я отправила заявку, я как бы сниму стрим. Все нормально. Деспасито, сито, дегарасит, амхокито, хокито. Давай-ка, заикарыкай. Смотрите, что как будет все. Я вот и сюда, и фрог пошло, пошло. Давай, давай, маменьки. Ты спасито, сито, только русит. Такие-то, такие-то. Карикатэ, сапасито. Так, можно больше мне того не ставить. На 10 месте. Я еще сделаю стрим по Agro History. Зломка производится. Сниму, ждите на завтрашний день.
Не завтрашнее, позавчера. То есть послезавтра я сделаю стрим. Вот это он! Большим стал. Деспосито, сито, трикара, сито, ама, токвито, токвито. Козелский. Деспосито, сито, радикара, сито. Ама, токвито, токвито, сито, рейсан. Деспасито. Здрасте. Ну ладно, пацаны, с вами был ролик подошел к концу. С вами была ребят 123. Мы играли в territorial.io. И всем покедова!